Всегда, конечно. Да. Мне бы Владимира Владимировича Путина. Поставил человека, и на него посмотрели, сказали, действительно годится. Просмотрел 20 человек за 4 месяца, 20 кандидатур. Собственно говоря, я посчитал себя вправе поговорить об этом. Не надо было вводить эту должность. И вообще, я бы сегодня генсеком сидел бы, ногами помахивал. Ну скажи, дедушке, за кого голосовал-то? Я Путина!